Инта этого события немного расскажу про сам Global Asia Bootcamp, который проводится уже не первый год. И есть пара ссылок на то, как найти больше информации в медиа по этому событию. И хэштег Global Asia. Если куда-то будете в Инстаграме или постить в Фейсбук, где вы сегодня были, добавляйте этот хэштег, потом, возможно, будет какая-то статистика о том, сколько человек участвовало и что вообще происходило в медиа. Вот, как я говорил уже, не первый год, это четвертый год, когда проводится Global Asia Bootcamp. Он не называется Global, потому что это всемирное событие от Microsoft, когда много локаций в один день, именно сегодня, вот так вот чудесно тестируют, нагрузочно тестируют весь клауд, пытаясь его каким-то образом развалить или нагрузить и сделать что-нибудь веселое и интересное. Вот. А в 2014 году 136 локаций, 182 в 2015, 188 в 2016 году, и в этом году участвует 251 локация, в которой проводится Global Asia Bootcamp. На карте это выглядит примерно так. Вот сегодня во всех этих вот пинах, которые отмечены на карте, люди пользуются Azure, узнают что-то новое, пробуют что-то на практике и узнают для себя что-то новое. Вот. В Украине локации, которые участвуют в этом году, это Харьков, Киев и Львов. В прошлом году была Одесса, но не было Львова. У нас постоянное количество городов, участвующих в этом событии. И наши хорошие друзья из Диска проводят тоже отличный буткемп. Туда тоже будет видео, и я бы рекомендовал его тоже посмотреть. Мне должно быть тоже очень интересно и весело. Адженда на сегодня выглядит примерно так. Вот сейчас я расскажу немного интро еще о презентации, о том, что происходит. Потом расскажу о том, какие новые сервисы появились с прошлого года, что Azure и Microsoft закончили, выпустили в продакшн, то, что вышло из превью, и то, чем можно начать пользоваться. Вот довольно интересные вещи, они в превью были довольно долго. Ну, в общем, об этом подробнее чуть позже. Вот. Это, собственно, спонсоры, глобальные спонсоры этого мероприятия Azure Bootcamp, те, которые предоставляют возможность проведения и дополнительные спонсорские призы, которые будут разыгрываться в конце после всех докладов. Поэтому не разбегайтесь, я думаю, в пригласительном письме было написано, что нужно делать, будет рандом и потом распределение различных лицензий от разных вендоров. Локальным спонсором является IPOM. Думаю, на баннерах это заметно. Вот. И немного о том, кто пришел. У нас зарегистрировано 54 человека. Похоже, сейчас это немного меньше, но может кто-то еще и подойдет. Так. Это был опрос при регистрации. И есть несколько вот результатов этого вопроса, чтобы вот все понимали, какая аудитория собралась и кто что делал. Тут на этом графике не видно, могу быть спикером, но там два человека отметили себя. Те, кто мог быть спикером, там достаточно большое количество людей, которые использовали Azure, поэтому если у вас будут вопросы или какой-то личный опыт работы с определенными технологиями, то welcome с вопросами, комментариями и замечаниями, которые у вас есть. Так, это немного breakdown по сервисам, которые использовались в аудитории. Если кому-то было интересно, сколько человек отвечало на различные вопросы. Так, думаю, не буду заострять внимание. Так, где-то не так много. Довольно много людей знают, что такое high availability и знакомы с подобными системами. И запомнил, не так много людей, и пришло это хорошо, наверное. И да, насчет подписки. Если у вас все еще нет подписки, которую вы хотели бы, и которую необходимо будет использовать, если вы хотите следовать всем тем демо, которые есть в follow-on exercise,
то советую вот сейчас вот заняться, завести себе подписку, может, в течение этого интро или в течение следующего доклада. У нас есть ребята вот в таких же футболках, сейчас они там сидят, вот, и так. К ним можно обратиться за помощью, если у вас возникнут какие-то проблемы либо с самой подпиской, либо с какой-нибудь демо, либо с практической частью. В общем, по любым вопросам, которые у вас не получаются, можете позвать кого-нибудь, и вам помогут. И что ж, такой вот интро. Давайте начнем.